Исполнители музыки. Сейчас будет приятный сюрприз. Ну, до встречи. Обработках, аранжировках и накосить денег по стране. Это дословно, если
Вот я, ну, в общем, понимаю перспективу, что такого. Ну, если бы мне нужны были просто деньги в жизни, они бы у меня были, но не было бы самого главного, то без чего я жить не могу. Вот поэтому тем из вас, кто очень сильно хочет послушать песню отца, им придется немножечко потерпеть. Вот, я буквально выскажусь еще в нескольких песнях на волнующие меня темы. Вот. Такие проекты, как «Фабрика звезд» или «Раскрутка под эгидами партий», они мне тоже не подходили никогда, ну, по многим причинам. Вот. И в основном, опять же, я никого сам не интересовал. Вот. И с чего я сделал просто вывод, что у нас сейчас происходит такая штука. Смотрите, да, отца, его крутит иногда по радио, но только «Чистые пруды» и «Летний дождь». Допустим, «Родина моя», к сожалению, до сих пор актуальную песню не крутит, да? Вот. Я начал интересоваться этим вопросом, смотреть, какие люди ставят роли радиостанций и различных каналов, телеканалов, на которые меня, допустим, тоже не пропускают вообще. Вот. Я 5 лет не мог выпустить первый альбом с абсолютно, то есть я не называю некоммерческий проект. «После природы на детях отдыхает» — моя любимая фраза, не формат. Вот. Поэтому, ну, что, наверное, я тогда договорю потом. Просто у нас еще времени нет с вами особого. Вот, и что я хочу сказать. Следующая песня адресована, в общем, как... Ну, каждая песня — это автобиография и крик какой-то. Вот, но это особенно относится к шоу-бизнесу. Вот, называет она «Обещает погоду», одноименная с моего пока не вышедшего следующего альбома. Yeah.
что сделал вывод, в общем, из своего исследования, да, почему же так долго ничего не получается тоже. Ну, должно же когда-нибудь получаться. Почему-то там группы звери вот поют, там Мома Турман вылазит, ребята, аж ну, никак. Вот, я понял, в общем-то, наше средство массовой информации рассчитано на полнейшую деградацию нас с вами. Вот. И вычитал еще в одном источнике, что эволюция личности способствует развитию синдрома Дауна у человека. А сериалы, ток-шоу, реалити-шоу, вот, ротации дегенерации песен, нормальных песен в ротациях нет. Это все способствует задалбливанию нас с вами. А так как у нас с вами может быть вера в Бога есть, но вера в самих себя почему-то мало, это работает. Но работает это скоро перестанет. Вот, и хватит этого работать, так и называется следующая песня. И хватит.
получил себя, для себя тему свою, проблему армии. То есть как это так? Сына Гриталькова не было в армии, он что же вообще не патриот никакой? Вот, я не патриот, я считаю, что воевать можно по-разному, а лучше вообще не воевать на самом деле. Вот. Но так как мне постоянно это говорили, вот, я решил написать песню, знаете, как бы от первого лица. От солдата, который там был, что бы он сказал, пообщавшись с другими солдатами. Я сижу с гитарой, нету лучше пары. Не спею дуэтом, моя песня спета. За кого люблю, так за Русь святую. Правда, не могу понять, в какой стране. Я лишь жду защиты, мы здесь все убиты. На меня забили, но не хоронили. Где же Русь святая, если умирая? Не могу понять, за что и в чьей войне. Я даже сказал Паше, говорю, поехали, у нас и выселяют из домов, из собственных людей. У нас
не то, что реституции нет, но до сих пор раскулачивание, да, происходит. Вот. И меня очень злило, я говорю, поехали, будем петь на этим. Говорит, что, тебя посчитаешь, что ты хочешь напиариться на чужом горе? Да. Вот. Меня очень волнует, почему же мы же вообще же, да, самая большая страна в мире, а живем друг над дружкой, самые дорогие квартиры у нас. Вот, и так далее. Ну, в общем, сейчас обо всем скажет песня, и не только об этом. Мир функционирует. Я ее утром уже украл после грудного.
простите за тот формат. Друг теперь на радио и всем вообще вокруг. Правду часто слышу, в задницу я стук. Креативным суперстаром стал теперь мой бред. Но в поклон на эту не зовет меня мой лучший и уже, конечно, бывший Фред. И балабон, господи, я называю наше название. Балабон. Yes.
Вот, сейчас несколько... Вот, сейчас несколько такая песня светлая, то вы скажете, что уже совсем уже запарился на бедный парень. Вот. А когда-нибудь я вам еще что-нибудь покажу, а потом будут чистые пруды. Седьмой день. На которой можно ориентироваться. Так что...
на стихи отца я нашел его стихи и написал музыку. Катится день, греясь в лучах, катится день, плача в дождях, катится день, в белых снегах скучая, катится день, сквозь океан, глупых затей, смех и обман, катится день, сквозь океан печаль.
всем.